Так, ребята, как мы договаривались, мам с собой рядышком и папа рассаживает. Несколько слов о том, как мы будем работать, и мы начнем. Так, уважаемые родители и выпускники, сегодня во всех школах Ленинградской области проходит единый день ЕГЭ. Основная цель этого дня – объединить наши с вами усилия для успешной сдачи государственной итоговой аттестации. Сегодня вы сможете поприсутствовать при мини-тестировании ваших детей по двум обязательным предметам – русский язык и математика, увидев сразу результаты. Учителя-предметники дадут вам рекомендации, как пользоваться интернетом для того, чтобы дома ребенок мог и готовиться, и родитель мог его контролировать. Подготовки единого экзамена и по русскому языку и математике в принципе одинаковые. Мы сегодня предложим работу в аудитории таким образом. Работа рассчитана всего на 30 минут. Значит, наши выпускники получают работу по русскому языку. А родители я попрошу в это время заполнить анкету, которую мы тоже для вас подготовим. В этой анкете часть вопросов по поводу удовлетворенности властями образовательными услугами, которые оказывалась в школе на протяжении того времени, пока дети наши учились. Часть вопросов связана с именно уже старшей ступенью, правильный ли выбор. И очень бы мне хотелось, чтобы вы написали пожелания и рекомендации родителям будущих десятиклассников уже с опыта своего собственного, как вы прожили два года старшей школы. Родители у нас почувствовали себя опять вновь детьми. Значит, вы, пожалуйста, только очень прошу родителей, пока деткам нашим не мешать. Так, дети, вы дети у нас. Как вы идете на экзамен? Я все знаю. Я все сдам. Никаких сомнений, никаких уныний, никакого страха. Мы все это тысячу раз решали. Точно такое, аналогичные, точно такие аналогичные задания, которые они без конца делают. Наша любимая книга, мы с ней спим, едим и живем. Значит, по ней и будут тесты. Конечно. Точно такие. Потом дальше я вам покажу, как еще своих детей третировать дальше. Вот, и как их быстро проверять. Наша задача, ребята, наша задача сейчас побыстрее все сделать, чтобы мы еще побольше всего информации получили. Дальше.